Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и настало время для нового Undertale-овского мода. Называется он Save God Bro, спасти братишку Козлика. Итак, поехали. Я говорил тебе про меня забыть. Но ты все еще возвращаешься. Ты же знаешь, что я больше не могу ничего чувствовать. Верно? Что такое? Ты все еще думаешь, что ты можешь меня спасти, не так ли? Ты действительно идиот. Хватит это делать. А мы играем за чару, да? Неприятно, но он, смотрите, он задумался. Дружище, не расстраивайся. Почему? Почему я не могу заставить себя драться с тобой? Флауи, похоже, что Флауи озадачен. А что мне делать? Может быть, съесть тест-дог? Ваше ХБ было... теперь максимально. Эй, зачем? Опять? Эй, Вася! Может быть, мне поговорить с ним? Сейв? Просто оставь меня одного. Так. Ага. Угу. А если я сейчас съем? Я понял, это не работает. То есть мне нужно будет постоянно с одним ХП быть? Нет уж, я тебя спасать тогда буду, братишка. Почему ты это делаешь для меня? Ой. Я думал, это подвох. Но тут совсем легко. Спасти. Зачем ты делаешь это для меня, так? Вылечи меня. Ой, красава, давай, Флауи. Вылечи меня. Ты можешь? Зачем так много лечения? Давай, ты можешь? Я тебя спасаю. Ха, как? Как это вообще возможно? У меня даже нет души, и я не должен чувствовать. Так, спокойно. Лепестки очень хитрые, не понял. Когда я поглотил души всех, почему я оранжевый, кстати? Я не чувствовал этих ощущений веками. Они так тебя любили. Даже сейчас я помню эти ощущения. Я не могу понять причину, почему я это делаю, но я не могу сделать тебе плохо. Если ты действительно хочешь, я могу пойти на поверхность вместе с тобой. Даже если я застрял в форме цветка. Что ты скажешь, я тебя пощажу. Флауи вас щадит. Окей. Это ощущение, это освобождение. Как гора с плеч. Так можно перевести. Теперь ты можешь идти на поверхность, и я за тобой последую. Но сначала... Извини, что я
столько всего наделал и тебя немножечко... Тебе накостылял немножко. Я знаю, я тебя вылечу. Пожалуйста, прими мои извинения. Беги в зеленые пульки. Что-то мне это напоминает. Серьезно? Вау. Просто вау. Я никогда не думал, что даже ты можешь быть таким идиотом. Правила, похоже, перевернулись с ног на голову. А может быть сейчас вылечится? Ошибка. В смысле? Эй, ну что, ну и как это понимать? А, то есть теперь мне белые меня лечить будут, да? А, я понял. Ты уже знаешь, как я был убит людьми, правда? Но все еще. Я просыпаюсь в саду. Тем не менее, я просыпаюсь в саду, как будто бы ничего не произошло. И я не чувствовал своих рук и ног. И сначала я был напуган. В смысле? Ой, наоборот же все. Вот это ты... Не, дружище, извини, но я второй раз на это не поведусь. Эй, дружище, ты их пропустил, не... Нет. Возможно, ты отвергаешь мои извинения. Ну вот. Ты знаешь, что происходит здесь, не так ли? Но я все равно тебя спашу. Так, правила поменяли, сейчас все с ног на голову. Не ходить. Вы остаетесь решимым для вашего финального боя. Каким-то образом я выжил как цветок. Я позвал маму с папой, но никто не пришел помочь мне. Никто не пришел. А, ну да. Ходить, не ходить. Блин, я запутался. А лечиться нельзя. Кэклс. Флауи маниакально смеется. После долгого времени папа меня наконец-таки нашел плачущего в саду. Он взял меня к себе и обещал, что позаботится. Он выглядел таким счастливым, наполненным надеждой. Нет. No. Я замигал, кстати, в этот момент. Оп. 5 хп, да ну ты чё? Дружище, а как я буду выигрывать-то? Но я не мог больше ничего чувствовать. Я был снова жив, но у меня не было души. Так, стоять. Ходить. В смысле? Не понял, а почему я опять... А почему я опять красный-то? По-моему, когда я оранжевый, правила меняются, а когда я красный, правила не меняются? Вы меня не путайте, ребята. То есть, когда я решителен, я красный, получается. И вылечиться я по-любому не смогу, да? Но посмотрите на меня. Я тут фигнёй страдаю, когда ты ранен и уставший. Когда ты ранен и устал. Вот, просто возьми это и оставь меня в покое. А, окей. Я красный, я могу зеленый ловить.
Ну, спасибочки, ладно. А в чем подвох? О. Я понял, все, я понял. Сейчас правила опять поменяются. Тебе, ты реально должен посмотреть на следующую атаку. О, нет. Я понял. Все. Так, тут написано, что я решимый сейчас, да? Решительный. Но я не красный. Я потратил недели общения с папой и надеялся, что он поможет мне восстановить мою душу, что я снова стану счастливым, но этот старый дурак был бесполезен. Я убежал. Убежал далеко-далеко от нового дома, как только можно. Так. Окей. Ой. Да ладно, нифига. И потом в руинах я нашел маму. Я думал, что она единственная сможет мне помочь, так? Но нет. О, нет! Нет! Я не смогу это выжить. Это чересчур жестко. Ребята, что я понял? Сюда становимся и... Опа. И ничего страшного. Что еще я понял? Вот так вот надо. Вот так. И вот так. Все. Так проще гораздо. Но вот что здесь делать, я просто не понимаю. Хотя бы в углу, может, вот так вот. А, хотя да, смотрите-ка. Вроде ничего, так? Интересно. И поверь мне, я пытался. Я очень сильно пытался. Все, что я хотел, это любить кого-то. Сострадать. И смысл моего старания заключался в том, что... А, и смысл-то в чем? Ты ничего не можешь сделать для меня. Поэтому просто возьми это и уходи. А, слава богу. Боже мой. Значит, сейчас будет обратная атака. Я понял. Но если ты настолько решителен по поводу этого, у меня нет выбора. И я буду убивать тебя снова и снова, пока ты не сдашься. Ага. О, да ну. Все, я умру сейчас. Если мама и папа не смогли меня спасти, даже если бы я старался полюбить, как ты думаешь, что тебя делает лучше? Ой, не понял. Серьезно? Серьезно?
Да ладно. Флауи что-то, как сказать, развивается, типа, ну, так делает. У меня нет души. Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Это не то время, когда у меня было много душ. Ой. Это что-то очень жестко как-то. Ой, как я это прошел! Вылечи меня быстро, do you understand? Ты понимаешь, что будет, если я с тобой пойду? Я просто сделаю плохо тебе и твоим друзьям снова. Это то, что ты хочешь? Без души. Ничто мне не помешает играться с вами. Нет, 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 нет. Он не поменял. Да ладно. Я что, я выжил? Я выжил. Офигеть. Вы решительные. Капец решительные. Сейф. Окей. Хватит с этим. Больше никаких обманов. Время это закончить. Сделаем это. Все, что мне нужно, это заставить тебя сдаться. Поэтому я никогда тебя не сделаю тебе больно снова. Вы знаете, что Флауэй подготавливает какую-то жесткую атаку. Но вы все еще наполнены решимостью. Ваша решимость заполняет вашу энергию, восстанавливая надежду. Постоянно, слышите? Серьезно? Что это? Что это? Что это? Что это такое? Чего это? Оно лагает. Не надо. Не надо. Я сейчас проиграю. Just do it. Just do it. Становимся в угол. Оно пролагивает? Или мне кажется? Так, и вот так. Easy. Стой. Стой, стой. Три раза стой. Окей. Можно, кстати, так встать, чтобы вообще ничего не это. Вот. Вот так они не будут задевать. Это тоже нужно знать. Так. Это легко. Стой, иди. Иди вверх, вниз, стой. Так. Это естественно мы пропускаем.
Поехали. Иди, стой, иди. Иди, стой, иди. Оп. Иди, стой, иди. А? Ой. Иди, стой. Ну ладно, это ладно. Он сейчас меня вылечит. Сейчас еще один приемчик будет интересный. Вот так-то. Сюда. 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 Ой. Все равно запали, ладно. Стоять. 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 Ну, бывает, ладно, ничего страшного. А, нет, это страшно. Хотя... О! Давай-давай-давай. Еще это придет сейчас, да? Окей. Все. Так, вот сейчас вот... сейчас главное не зафейлиться. Я не помню, будет он менять душу, не будет. Иди, стой. Стой, стой. Иди. Стой, стой, стой. О, о! Я не знаю, как я так среагировал. Я думал, он не будет менять души. Я последнюю десятую секунды просто. Я вчера реально 2 часа, 3 часа просто. Вот, нифига, блин. Офигеть, реакция просто возросла. Давай, лечи меня, дружище. Я реально верил, что не будет. Но теперь я точно знаю, последний удар во втором круге, вторые круги вот эти вот, они в конце будет лечение. В конце будет изменение души на раз. Все, помним. Давай. Сейчас сложно будет. Стой, стой, иди, стой, иди. Thank you.
Тихо. Тихо. Да. У меня руки трясутся, как... Determination! Do it! Капец, меня всего трясёт, у меня сердце бьется как, не знаю, 150 точно. Блин, капец, ну я так доволен, это... Вау. Может быть, это... Не была хорошая идея, поскольку ты это все видел. В смысле видел? В смысле? Я не хотел это делать. Я думал, что это просто единственный путь заставить тебя сдаться. Ты готов? К чему? Эй! Эй! Не надо. Нет? Положи это, положи на землю зерна эти. Я не могу, я просто не могу. Как? Почему? Это невозможно. Каким-то образом ты заставляешь меня о тебе заботиться. Ты знаешь, даже без души я все еще могу чувствовать чужие эмоции, страх, гнев, развлечение, сконфуженность, печаль. Если бы я все это чувствовал, может быть, я мог бы их использовать, чтобы они помогли мне почувствовать любовь снова. И даже если я не могу, я все еще помню, как ощущается любовь каждого монстра в подземелье. Если я когда-нибудь окажусь в состоянии таком, что я потеряю контроль над своим разумом, я всегда могу вспомнить об этих... возвратить эти воспоминания. Я всегда могу вспомнить об этом. Ну, о чем он сейчас говорил? Ну, ты выиграл. Я пойду на поверхность вместе с тобой. Я думаю, я могу себя контролировать. Ты действительно... особенный Фриск. А у нас же чары написаны. Но я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал, одну вещь. Никому не говори, кто я на самом деле. Я думаю, что это только расстроит маму и папу. Но я думаю, я готов сейчас. Папайрус будет счастлив, когда об этом узнает. Давай, пойдем и встретим всех твоих друзей. Пойдем на поверхность прямо сейчас. Все. Эта сложнейшая игра закончилась. И на этом наше видео тоже заканчивается. Поэтому ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующем видео. А я пойду чинить свой мозг. Всем пока.